Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, я рад вас видеть в болотной атаке. Ну что же, 15-я миссия у нас, и как вы видите, это пришельцы, которые у меня сейчас, естественно, все заберут, поэтому, ребят, мы с вами ничего покупать не будем. Но, ребята, я нафармил те самые вещи, про которые вы говорили, а в данный момент я приобрел себе, да-да, ту самую бомбу-вонючку. Где она у меня? Вот, бомба-вонючка. Хотел на ядерную бомбу накопить, но не получилось, ребят. Это слишком долго и нудно. Поэтому только лишь бомбу-вонючку. Не знаю, ребят, я еще ее не пробовал. 14 штук я себе купил. Стоят они, слава богу, не очень дорого. 1500. В общем, будем смотреть. Ну, а пока драка с пришельцами. Так, уровень... Вот. Ну, как всегда, у нас ничего не будет здесь, да? Вообще ничего не будет. Все, похищают. Один на болоте, блин, называется у нас уровень. Начинается. Так, ну-ка, дождик кислотный, хорошо. Дождик кислотный, это, ребят, замечательно. Да ну. Да что ж ты. Ребят, они жесткие. Вот эти вот все монстрики, которые у нас в касках ходят, они очень жесткие, вот поверьте мне. Фух, подбил. Так, дай... Подобьем, нормуль. Да ладно. Еще не хватало вот этих пришельцев мне, ребят. Минус один. Хорош. Ну-ну-ну-ну-ну, есть. О, бомба-вонючка, ребят, как раз мы ее, наверное, и протестим. Ну, да ее просто подбил я его все-таки, да? Бомба-вонючка, значит. Еще одна. Давай проверим, что она делает. А что она делает? Ну... Пернула и все. Не понял я, честно говоря, что она делает. Вот серьезно говорю. Давай проверим еще раз. Что она делает? Кто мне объяснит? Я слышу пердеж. Но я не вижу, чтобы она как-то их уничтожала. А, может быть, она их травит? Может быть, она их травит, действительно? Аккумулятор, бросаем. Эй, партизан. Давай вонючку применять. Ну. Так, аккумулятор. Фух. Так, два аккумулятора и морозильник, ребята, у меня здесь. А ну-ка се. Чтоб не ерзали здесь. Ну, вонючка, бомба, ты что-нибудь делаешь вообще или ничего не делаешь? По-моему, она вообще ничего не делает. Может быть, мне, конечно, это все кажется. Но здоровья у нас маловато. Кислотный дождик есть. Я, ребят, на всякий случай его запущу. Ну, иди отсюда, ушастый хламон. Еще один аккумулятор. Где враги-то? Вон они. Волна, ребят, очередная бежит. Давай дождик еще призовем. Кислотный дождик, отлично. Не понял я, на самом деле, что делает бомба-вонючка. По идее, должна их как-то вонью убивать, наверное. Так, это последний у нас пришелец или нет? Как думаете? Наверное, был последний. Ну, гори. Фух. Прошли, наконец-то. Все хорошо, все замечательно. Так, сколько мы с вами денег? 4900. Так, и мы получаем с вами 9800. Ну что же, это хорошо, ребят. Мы с вами закупим боеприпасы, хотя они у меня уже, по-моему, все полностью закуплены. Так, значит, нам надо, может быть, что-то улучшить. Кисломет, вы сказали, что топовая пушка. Ребят, ну неужели серьезно она топовая пушка, а? Вы ничего не путаете? Действительно топовая? Я ведь возьму. Вы ведь меня знаете. Так, больше я ничего не могу, да, улучшить. Про гранатомет вы ничего не говорили. А вот почему-то про кисломет сказали, что это зашибись. Но меня вот почему-то устраивает пока вот арбалет и косморужье наше. Все, пока я ничего не могу больше сделать. Ладно, тогда поехали в бой. Чем будем с вами, ребят, тут тютюкаться. 16 уровень у нас. И мы готовы к бою с вами. Месть мутантов называется она. Иди отсюда. Ребят, по-моему, у меня немножечко не так все расставилось. Как нужно. Так, тихо, корова, вали отсюда. А что быстро? Ой!
Я, оказывается, не купил. Дай посмотрим, что бомба вонючка делает. Слушай, ребят, ну я не понимаю, что он делал. Ну, травит потихоньку их. Травит. Потихонечку. Ну, не так, как я ожидал. Если честно. Говорят, помогает очень хорошо. Ну, может быть, помогает как-то хорошо. Может, я этого не вижу? Вижу, что здоровье у них потихонечку, ребят, отнимается. Совсем по чуть-чуть. Дай-ка я вот так вот из арбалета бомбану. По чуть-чуть буквально, ребят, отнимается. Так что бомба-вонючка, в общем, травит своими газами. Начинается такое зеленое болото становится, да? То есть, типа, как бы газ расходится. Но... Да давай ты ее в парсете. Так, арбалет. Арбалет у нас уже на другой кнопке. Твою ж макареку, а? О, разошлись, а? Аглоеды. Да елки-палки, мне нужен... Блин, я все время, ребят, путаю. Теперь арбалет... не арбалет у нас, а этот внизу. Дробовик. Он раньше был на кнопочке 1, теперь он у меня на кнопочке 3. Давай вонючку употребим. Я же вонючку нажал. Почему вонючка не действует? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прям подобрались. Подобрались ко мне вплотную. Что там у нас? Холодильничек. Да дуплите сейчас все равно. Не хотят. Почему колья на них не действует? Они должны сдохнуть от них. Прошли, по-моему, ребят. Я ничего не путаю, да ведь прошли же. Ух, замечательно. Так, сколько у нас там денег-то? Давай, 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 загрузочка, быстрее. 23 тысячи, этого маловато. Маловато, но боеприпасы покупать по-любасику надо. Так, ага, и для арбалета. Для арбалета в обязательном порядке. Все, по-моему, да? Так, 13 бомб, вонючек. Нет, надо аккумуляторы нам приобрести еще с вами. И, кстати, дождики кислотные тоже. Вот так, я думаю, достаточно этого будет. Ну что же, следующий уровень у нас 17-й. Погнали. Будем расколбашивать. Странные болотные существа. Я вижу, тут, ребята, начинается все у нас. Такой звук подозрительный. Иди отсюда, мотылек. Не нервируй лучше меня. Ага, спасибо. Ага, рыбка попалась. Коробки мы с вами не будем трогать. Пускай они сами разбиваются об нас. Даже не прикоснусь. Серьезно говорю. Даже не прикоснусь. Иди, иди, мотылек, отсюда. Мотылечек пошел прочь. Правильно. Кузен, так их надо. Так их бомбить. И никак иначе. Коробки идут, идут. Сейчас раскроются. И мы посмотрим, кто здесь будет. Сразу, если что, ребята, я аккумулятор брошу. Не, лучше косморужье. Пираньи. О, 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 тихо, 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 тихо. Не надо, не надо, не надо, буянь. Разбуянились. Все? По-моему, все, ребят. Блин, ползут. Так, тихо, там не заметил, ребят. Там была у нас коровушка. О, хил. Это хорошо. Ладно, давайте, блин. Да давай ты, что ты так тютюкаешься там слишком долго. Я на всякий случай, наверное, нет, не буду пока. Хотя вызовем дождик. Фиг его знает, что у нас тут в этих коробках сейчас будет. Непредсказуемость какая-нибудь. Эти комарики. Ой, тихо, тихо, фу. По-моему, прошел. Да ёпарасете. Пиранья. По-моему, прошел, ребят. Ха-ха. Вообще великолепно. Так, почти 12 кусков заработали. Ух. 21 тысяча. Ну, опять же, мне придется докупать боеприпасы. Надо, конечно, делать улучшения, в конце концов. Мы можем с вами кисломет улучшить. 200 патронов. Но ведь маловато же. Хотя вы говорите, вот, кисломет поджигает. Да, поджигает, ребят, я не спорю. Но космопушка вообще их замедляет. И бомбит. Особенно против водяных они хороши. Ладно, не будем больше пока ничего делать. Поехали дальше. 18-й у нас уровень. Энергии пока хватает. Я думаю, 4 этапчика мы еще с вами
пройдем. Пожалуйста, не ешьте мой дом. Нифига название для уровня. Это вот от этих охламонов, что ли, нам? Пожалуйста, не ешьте мой... Эй! Так, ну-ка, вонючка. Слушай, ну в принципе, да, я теперь почувствовал смердящий запах бомбы вонючки, так же, как и монстры. Так, я смотрю тут... Ага, я его видел, ребят. По воде можно определить, где он, кстати, плывет. Так, давай, подбили. Отлично. Идете, охламоны, да? Как их бомба вонючка, а, жарит. Как им это не нравится? Ну, как не нравится? По красоте все. Просто моментальное, тотальное уничтожение. Так, успокойся. Слушай, она причем довольно неплохо держится, долго. Можно будет ее, кстати, попробовать прокачать. По-моему, она у нас по максимуму прокачанная. Могу ошибаться. Иди отсюда. Давай. Пробиваем. Джо, не спи. Не спи на работе, на болоте не спи. Да чтоб тебя, а. Такой звук, болото. Да, Джо. У тебя явно не сварение желудка. Бомба вонючка еще назвали. Это сам ты там газы выпускаешь. Пойди. А прикидываешься, что типа бомбу вонючку бросил. Так и скажи, кусок какашки. Эй. Да, что-то развеселился. Смех не к добру, как говорится. Недобрый смех. Да у хорошего идите вы, а. Так вот. Всем, чтобы было неповадно. Но перезаряжай свой пух. Вон он плывет. Тыч. Не добили. Отступает. Вот где-то. А, их тут сейчас два будут. Хорош. Я думаю, вот так вот вам будет в самый раз. Кто там ползет? Крокодил. А мы можем вот так еще аккумулятор, ребята, бросить здесь. Ай, как им не нравится это все дело. Зато как это мне нравится, обалденно просто. Так, уточка. Все, волна пройдена. Нам должны дать нехило денег, 6300. Так, 12600, да, заработали. Ладно, я знаю, куда эти деньги при... О, 30 тысяч уже накопили. 30 тысяч. Подожди-ка, мы, наверное, можем с вами что-то улучшить. Слушай, может быть, нам 150 тысяч на пугало. Кто-то мне из подписчиков писал, что пугало крутая штука. Но я представляю, сколько ты на него копил. Я запарился 50 тысяч копить. А, у нас бомба по максималке улучшена. Может быть, на ядерную бомбу накопить. Но я не знаю, как у нас это получится. Как вот. Или же оборону можно, ребят, улучшить. Так, это по максималке, тут по максималке. Слушай, ну оборона у нас по максималочке. Может быть, вот только если... А, 32 тысячи. Металл. 32 тысячи. Хорошо. Давай попробуем накопить. Ага, погоди-ка секунду. Снаряды-то забыл приобрести. Давай. Вот так вот. А я что, арбалетом не пользовался, что ли? Как-то у меня все боеприпасы-то полностью. А, ну правильно, я там бомбом вонючкой и с дробаша только калашматил. Так что все хорошо, ребят, 19 этап, 19 уровень у нас. Веселуха начинается. Болотный туман называется. Ой, бобрики, ребят, давайте посмотрим, как бомба-манючка на этих бобриков. На этих бобриков работает. Слушай, ну неплохо работает, очень даже неплохо. Отлично. Я рад. Что тут, арбалет мне дали. Ага, бочонки. Я не буду их, ребята, трогать. Пускай они здесь раскроются. Мне кажется, здесь будут, ребят, какие-нибудь мотыльки. А, нет. Опять же, еноты. Слушай, действительно, бомба-манючка, это шикарно. Теперь я в этом убедился. И спасибо ребятам, подписчикам моим, которые мне действительно дают дельные советы. И не только в болотной атаке, но и... в Dream Defense. Так, погоди. Давай. Иди. А! Говнюк, ну сейчас доиграется. Вот так вот. Ух, шикарно. А у нас космопушка полностью прокачана? Я вот что-то как-то не помню, ребят. Или, по-моему, еще есть.
задел на прокачку. По-моему, есть. Так, давай, пробиваем. Да ж сколько вас тут, а? Англоеды. Ну-ка, давай так вот. Хобана. Хопа. Шик. И блеск. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, потише, пареньки. Вот, минус и минус. О, ребят, слушай, изи катка была на самом деле. Да, бомба-вонючка действительно нам облегчает жизнь. Но придется докупать. Ребят, 41 тысяча. 39, да, стало? 39. Ну-ка, посмотрим. Докупать, я думаю, что пока не стоит, наверное, да? Рояль. Разблокировать за 20 тысяч. Открывается на эпизоде 8 11 уровня. Улей. Воздушный удар. Самолет. Открывается на 42 уровне испытания. Свинорыл. А, свинорол даже. Пугало. Прям вот соблазн такой прикупить, ребята. Но надо копить очень много денег. Так, что у нас с энергией? Энергия пока есть. О, экономная миссия, ребят, с пришельцами. Будем с вами сейчас отбиваться от пришельцев. Точнее, маленькие болотные монстры. Не от пришельцев мы будем отбиваться, а от монстров. А пришельцы нам будут помогать в снаряжении. Ползут, да, охламоны? Так, мне бы, ребят, какой-нибудь... Ну, пускай будет холодильник. За неимением чего-то будем тогда так делать. А? Как мы их в шок ввели. Давай, Джо, перезаряжайся, пока есть возможность. Ну что такое-то, Джо, ну, в самом-то деле, серьезно, что ли? Давай-ка. А, минус. Давай, перезаряжайся, родной. Ну не, только не... Оу-оу-оу-оу. Ребята, вот это плохо. Это плохо. Да давай ты. Я не знаю, как быть. Улетела тарелка, промазал все. Ну, попался, вонючка мелкая. Минус, отлично. Так, комары, аккумулятор. Так, ну с комарами, ладно, с комарами как-то у нас пока удачно получается. Аккумулятор, срочно бросаем. Да хорошо летать уже здесь, нервирует меня. Все, закончились у нас, да, боеприпасики. Да ну, что ты будешь делать? Так, ладно, хорошо, я доволен. У нас космопушки 50, арбалета 4. Еще есть один аккумулятор. Так, 100 космопушки. Ну что ты, хорек. Так, арбалета 6. Ой-ой-ой-ой, давай срочно бросать. Арбалетик. Ну-ну-ну-ну, успокойтесь. Опс. Косморужье, да я говорю косморужье, ё-моё. Да что ты 3 часа там переключаешься-то на него, а? Серьезно, что ли, хочешь, чтобы меня тут подбили? Я не понимаю. Клавиатура, блин, хорош. Тупить уже, блин. Так, дай мне. Фу, прошли. Было на грани, просто-напросто. 51 тысяча. Ну-ка, давай-ка взглянем. Блин, ребят, я не знаю, вот серьезно говорю. Давай улучшим, наверное, вот защиту себе максимально. И можно вот это, наверное, я думаю, улучшить. Конечно, хотелось бы себе купить атомную бомбочку. Но пока у нас и бомба-вонючка неплохо справляется с этим делом. Зато мы с вами улучшили здание. Это самое лучшее, что может быть. Ну и замедлим их, когда они будут к нам подходить. То есть, хорошо, у меня денег-то хватит на покупку. А, тут по максималке. Все, вообще, замечательно. Так, открывается сложный уровень, да? Так, а мы с вами на 21 этапе. Кстати, совсем-совсем немножко осталось до босса. Какой-то босс похож чем-то на динозавра, если честно. Но мы сегодня не пройдем с вами. Не пройдем, не дойдем даже до него. Мы с вами раз, два... Ну, докуда получится.
Да куда получится, да коли, как говорится. Я легенда болота. Это точно, Джо. Тут с тобой не поспоришь. Ты действительно легенда болотная. Тихо. Разбуянились тут. Вот как мы их шинкуем. Надо было, конечно, наверное, все-таки нам прокачать по фулочке нашу бомбу. Ой, бомбу, нашу эту. Наш аккумулятор, короче. И вообще было бы по красоте, согласитесь. Как бы она жарила, я просто представляю. Просто молниями. Никаких шансов бы у них не было. Никаких. Куда вы собрались-то? Куда собрались, хламоны? А? Классно. Просто по красоте. Мультиубийство только с вами зарабатываем. Что там нам? Дождь кислотный, спасибо. Щедро с вашей стороны. Знаете, ловите подарочек. Бонус для вас бесплатный от Рея. Слушай, как-то легко так идем. Я даже бомбу-вонючку, ребят, не применяю. Понимаете? Тихо, вот здесь надо аккумулятор. Давай, давай, давай. Ой, как смачно. Прям вот смотрю и радуюсь, как они там отдупляются у нас. Так, секунду. Пора маленечко надо пострелять. Нет, вот так сделаем. Наслаждайтесь болотным воздухом, чушки. Ну-ка, давай так, оп. Ай, по красоте. Денюжки зарабатываем, балдеем на болоте. Музычку слушаем, дай-ка я поменяю музло. Ну что? Все? Да, ребят, все? Ну, изейший просто идем как-то. 24 тысячи, да, накопили? 24 тысячи. Давай-ка мы, наверное... А, нет. Нету смысла, ребята, нету. Мы лучше с вами поэкономим деньги, потому что у нас будет босс. А на боссе уже затаримся конкретненько. Я вот не помню, если я буду играть в мультиплеер, у меня энергия будет убираться или нет? Ребят, напишите мне в комментариях, чтобы я не тратил лишний раз энергию. А пока мы пойдем на 22 уровень, потому что нам нужно быстрее дойти до босса и начать новый эпизод. Человек какой-то там. Человек непонятный, человек с бульвара Капуцина. Тихо, комарики, успокойтесь. Давай. А? То ли дело, да? Вылез, блин. Такой вылез, занюхнул и сразу отдуплился. Вот так вот, это... А, ребят, я не купил аккумуляторы. Я не купил аккумуляторы. Это, конечно... Оу! Нет, все хорошо. Все хорошо. Я просто думал, что этот гаденыш сейчас у меня слопает дождик, но он же не может его лопать. Он может гранаты там поедать, холодильники, аккумуляторы может съесть. Но никак не кислотный дождь. Верно, ребята? Верно. Да уйди ты! Как же мне вы дороги, а? Как же вы мне все дороги? Вот вам вонючку бомбу запустил. Секунду. Этих нам не нужны. Такие гости нам здесь не нужны. И даром, как говорится. Есть. Так, арбалетик у меня еще есть. Ну, арбалетом, конечно, по этим монстрикам стрелять это себе дороже. Летают. Все, ребята, прошли. Ну что же, 34, почти 35 тысяч у нас. Я сейчас потрачусь маленечко, да, на боеприпасы. И становится у нас 32 тысячи. Но надо покупать бомбы-вонючки обязательно, ребят. Без них нам никуда, тем более там канун босса будет скоро. И аккумуляторы без них тоже нам будет сложновато. Хорошенько подзатаримся. Вот так вот. Ну да, потратил большую часть своих финансов, но, извините, ребят, два уровня и босяра, потом будет эпизод 6. Так что жду с нетерпением, когда мы сюда с вами переберемся. Ну, а на этом все, ребятушки. Серия подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачки вам!